Всем огромнейший привет! Вы на канале «Любимое дело» и с вами Лада. Сегодня 13 октября, четверг, и подошло время завершения конкурса. И сейчас с помощью специальной программы рандомным образом я определю имя победителя. На компьютере у меня открыта вкладка с видео о конкурсе. Сделана пометочка, что конкурс уже закрыт, потому что сейчас самое время, сейчас уже 28 минут первого. И под видео у нас комментарии участников, тут отображается 16, на самом деле их 13, видимо, глюк YouTube. 13 у нас участников, хорошее число. Все участники проверены на соблюдение условий конкурса, у всех все в порядке, и мы можем начать розыгрыш приза. Для этого копируем ссылочку на видео и в специальном сайте вводим ссылочку на видео. Так, вставить. Вот наше видео. И нажимаем кнопочку «Мне повезет». Так, волнуюсь немножко. Поехали. А вот и наш победитель. Это Зухра Ахапова. Так, нажимаем. Так, вот ее канал. Зухра, поздравляю с победой в конкурсе. После видео обязательно свяжусь с вами и оговорим все детали. Зухра, я еще раз поздравляю тебя с победой в этом конкурсе. Вот этот замечательный кулончик скоро отправится к тебе. Всем остальным я желаю удачи и победы в следующих конкурсах. Они обязательно будут, так что ни в коем случае не расстраивайтесь. И в следующий раз вам обязательно повезет. Кстати, по секрету, у меня в Инстаграме скоро конкурс, будет разыгрываться похожий кулончик, так что если вам интересно и вы захотите поучаствовать, то заходите в мой Инстаграм, ссылочку на него я оставлю вот здесь вот, либо в описании под видео. Всем рада! Так что всем огромное спасибо за участие, всем удачи, вдохновения, отличного настроения, пока-пока! И да, кстати, по секрету, у меня на канале скоро видео, буду делать кое-что интересное из газетных трубочек, так что не пропустите.